Всем привет и поздравляю вас, девочки, с этим прекрасным женским днем 8 марта и желаю вам всего самого наилучшего, самого-самого и то, что вы сами себе пожелаете, все, чтобы самое главное это сбылось. Я сейчас хочу спеть песенку, но я не, как сказать, я не профессионал, поэтому не судите строго, пожалуйста. Вот хочу спеть для вас песенку. Сегодня мамин праздник, сегодня мамин день. Я знаю, мама любит гвоздику и сирень. Я знаю гвоздику и сирень. Но Марте нет сирени, гвоздики не достать. А можно на листочке цветы нарисовать? А можно цветы нарисовать? Прибью картинку эту над маминым столом, и маму дорогую поздравлю женским днем. Сейчас еду в гости, и мы обычно с девочками собираемся в обеденное время, потому что нам так удобно. У всех семья, дети. Вот, поэтому так. Вау! Прям все такое весеннее, да? И скатерти вообще, и салфетки. Ты вообще, ты в ресторане, что ли, работала раньше? Да. Так умеешь сервировать. Я Я тоже подарочки принесла. Ой. Сколько нас человек вообще-то? А, нас семь. Семь, да? Сувенирчик. Это страшно, я тебе говорю. А у меня Потому что я всегда играю в это вот в американскую. А это вот первый раз, потому что мой сын купил для меня вот эту вот русскую игру. У нас же тоже. Русскую. 47. Подожди. А 60 G60. У меня есть. Идем в школу. У них там продаются книги, и наши дети хотят взять книги. В библиотеке, наверное, книги продаются. Thank you. I like this book. It's for me. Kitty Corn. Что сама? Что взял? Ты что? Что это? Покажи. I don't know why the wrapper came off, but I found this wrapper. I found the wrapper. I mean this, because the gummy bear scented. It smells good. Yeah? Дай понюху. Well, it's in the wrapper, so. Хорошо пахнет. You can really smell it. Mm-hmm.
это закладки для книг. I like this pen. Эту ручку. The invisible pen. Ручку. Invisible ink pen. Да? Pen or pencil. Pen, I think it's a pen. Yeah. Pen. Треугольником. It's a triangle book. Triangle book. Другой? Окей. Ну-ка, это что такое? What are in these? What do these do? $5. These are $5. Think that this can do anything? Tiny. Oh, this one doesn't have one. Yeah. How are you, princess? What? You should be thankful for that. Ручка. Все? Купили? Угу. I'm reading textbook looking with all of you. Thank you. Yeah, with my stuff. Wow. Let me smell it. It's six sweet. Oh wow. I have one. I have. Идем в школу к старшему сыну на собрание. Это здесь у них кафетерий, где они обычно обедают. А вот это спортзал. Это школьный спортзал. И собрание будет индивидуально, только учитель и родитель. И так с каждым. Так, вот здесь... А потерянные вещи, если ребенок потерял, можно пройтись, посмотреть и забрать свои. Так, по-моему, это моего, нет? Нет, вроде нет. Здесь у них библиотека. И на перерывах дети могут играть в шахматы, сидеть. Шкафчики.
Самада, где ты? Шкафчик вот здесь. Вот. Самада, шкаф. Ух. Вещи можно положить. Красный туалет, да? В красном стиле. Асичу, там что такое? Классрум. Тоже класс, что ли? Да? Это написано классрум. Классрум. Или классрум? Ну, это не класс. Ну, это же класс, наверное. Это глаз. Ну, класс сделан из глаза, из стекла. Телевизор. А? Это что, телевизор? Нет. Это доска. Просто доска. Доска писать. Это не доска, а телевизор. Телевизор и доска, да? Нет, это доска. Просто писать. Да.